Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Еще одно здание на улице Попова снесут из-за строительства путепровода в Чистые пруды. Тендер на выполнение работ по сносу дома номер 44 появился на сайте госзакупок. По условиям контракта двухэтажное строение должно быть разобрано к середине июня. Победителю аукциона предстоит не только снести здание, но и вывести весь образовавшийся строительный мусор. Начальная цена контракта составляет более 500 000 рублей. Заявки принимают до 20 марта. Сам аукцион состоится 23 числа, уточняет портал «Дом 43». Напомню, строительство путепроводов «Чистые пруды» планируется завершить в следующем году. Дайджест недвижимости. Более 70 жалоб от кировчан на заснеженные дворы и тротуары приняла за 4 дня общественная палата. Сигналы поступали по горячей линии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Примерно треть обращений касалась уборки тротуаров. Остальные претензии высказали в адрес управляющих компаний. В лидерах черного списка УК Октябрьского и Ленинского районов, а также УЖХ. В Центре общественного контроля отмечают, что подготовили в письма в администрацию города и управляющие компании с требованием устранить недочеты. В ближайшее время общественники обойдут дворы с проверками. Кроме того, на ближайшем заседании группы назовут самый чистый и самый снежный кировские дворы. Дайджест недвижимости. Аренда торговых площадей в Кирове стала дешевле, а складские помещения прибавили в цене. Также повышение арендной ставки отмечено в сегментах офисных и производственных помещений. Об этом по итогам января сообщает аналитический портал Рекиров.ру. Офисы в среднем подорожали на 10 рублей за квадрат, производственные площади на 22 рубля, аренда складских помещений прибавила 18 рублей за квадратный метр. Торговые помещения, напротив, потеряли 19 рублей. В январе их предлагали в аренду по 699 рублей за квадрат. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.